Приветец, мои дорогие! С вами, как всегда, Дми на канале Дми One Games. У нас 17-й день и, наверное, 31-й день из всех. То есть 17-й по прогрессу, 31-й по количеству видео, ежедневные задания. Давайте сразу перейдем к делу, не будем, скажем так, размусоливать. Гонка по воздуху, проехать на одном колесе 10 секунд, это было уже. Модификация транспорта на арене. Как всегда, ребят, сначала делаем то, что можно сделать просто в сессии. Ну, раз уж я здесь нахожусь, давайте на аэродром и проедем 10 секунд на заднем колесе. Это мы как-нибудь осилим. Потом модифицируем транспорт. Мне, в принципе, там есть что. Я там кару-кару выиграл недавно. Прокатимся по воздуху. Может, кого-нибудь возьмем с собой. Может быть, сами. Вот наш транспорт. И сейчас главное встать прямо и поехать уж на заднем колесе. Давай, давай, мэн. Давай, не подкачай, не подкачай, не подведи, не подведи. Ух, давай, давай. Ух, ни хрена себе. Вот это полет, дикий полет. Не засчитали. Подождите, я что, 10 секунд не проехал, что ли? Я же вроде больше проехал даже. Ну давайте пробовать еще раз. Потому что что-то как-то странно было. Вроде 10 секунд как прошли. Нет. Слушайте. А почему не дают? Я могу замерить, у меня есть секундомер. Ребят, я только что замерял секундомером, и в итоге вышло так, что я сейчас проехал 30 секунд. Я не знаю, в чем дело, ребят, но имейте в виду, что, возможно, придется и дольше ехать, чем у вас просят. Но задание засчиталось. У меня, кстати, уже была мысль о том, что может быть еще один фейл у нас с заданием. Ну, типа, задание делаешь, а тебе не засчитывают. Вот мы и прибыли на нашу арену, в наш гараж, и давайте что-нибудь модифицируем. Не буду, ребят, ничего особенного делать, так посмотрю, что есть. Ну и задний бампер можно попробовать. Вот это вот, допустим, сделать. Да, все, модифицировать транспорт завершено. Фух, ну что ж, осталось нам, наверное, только гоночку по воздуху провести. Ну, такие гоночки есть, они находятся как раз вот здесь. Все дела, начать дело, созданный Rockstar, гонки. И просто смотрите, где у нас есть гонки с самолетами. Вот, допустим, гонка по воздуху, базовый уровень. Ну что ж, товарищи, желающих полетать не нашлось, поэтому я буду сам как-то пробовать. Ох, вспомнить бы, как это все делается, потому что я летчик, ну, такой себе. Эй, что вы выдумали? Что это за виражи? Как лететь? Ай. Вы что, прикалываетесь, ребят? Как я должен здесь лететь-то с вами? Ой. Знаете, ребят, многие советуют вообще в GTA Online, если вы плохо летаете, просто не зажимайте газ. Ну, то есть, летите медленно. Да, вы так гонку не выиграете, если есть люди, которые умеют летать и которые жмут на этот газ. Но вы сможете, по крайней мере, пройти все до конца, без каких-либо трудностей. Поэтому это лучший вариант для тех, кто не уверен в своих летных качествах, как я. Не, я, в принципе, летать-то более-менее умею, но, понимаете, это не всегда, скажем так, удобно, не всегда мне нравится и не всегда получается так, как я хочу. Поэтому, ребята, проще всего просто не нажимать газ. Летите так, как вы, на той скорости, которая вам предлагается. Это просто будет судорожно пытаться как-то где-то повернуть, успеть где-то попасть вот в это вот кольцо гребаное и так далее. То есть, ребят, лучше не экспериментировать. Хрен с ним, сколько времени пройдет. Зато мы пройдем гонку. Фух, гребаная хрень. Ну что ж, все в порядке, я надеюсь. Получаем мы свою ачивку, да? Да, мы сделали ежедневки. Замечательно. Награда за голову. Это еще с вчерашнего дня, ребят. Ну что ж, 17 дней у нас на данный момент. Это вы мне оставили, да, вот эту машину?
как предусмотрительно с вашей стороны оставить мне эту колымагу. Что бы я без вас сделал, ребята? Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний ролик. Он был не насыщенным, он был динамичным, но какой уж есть, что ж уж поделать-то. Такие уж задания мне выпали. А в остальном ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свой комментарий. И не забывайте, что ваша поддержка очень важна каналу. Будем взаимодействовать, да, ребят? До новых встреч, пока!